Борусь, спасибо. Беларусь. География. Привет, Игорь, как дела? Дела неплохо. Круто. С какого ты города? Рассказывай. Чё поговорим? О том, о сём. Витебск. Привет тебе из Жодино. Ты был в Жодино? Рассказывай. Привет, привет, Джонни. Как дела? Откуда ты? Нет, не был. А зря вот. Приглашаю в Польшу. Спасибо, конечно, но не сейчас. Да, там делают белазы. Сразу всем понятно, о каком городе идет речь. Они все понимают Жодино, где, как, скажи, Белас понимают и делают Валерии. Так я сама родом не из Жодино, из другого города вообще. Привет, привет, кто присоединился? Hello. Эвитки. Спасибо за розочку. Ты похожа на Олесю Медведеву. Кто такая Олеся Медведева? Thank you so much. Родом Березино. Маленький-маленький городочек такой под Минской областью. Привет, спасибо за подписочку. Итальяно и руссо. Я знаю, откуда берет начало река Березино. Ну вот, я из города Березино сама. Вроде на пару лет жил буквально. Был там. В Березино именно, да? Ничего себе. Yes. Березино, нет, не был. А, ты про начало реки, мол, имел в виду, да? Привет, спасибо за лайки. Березино, что-то знакомое. Привет, привет, Димка, как дела? Да, Березино, Минская область, маленький городок такой вообще. Рассказать о тебе? Ну, давай. Как вы красивы. Спасибо огромное. Почему не отвечаешь? Хочешь меня узнать, какая река в Мозыре или что, дядя? Я сейчас географические свои какие-то знания не очень хочу.
проявлять. Ты настоящая.